Всем привет! Отвечаю на популярный вопрос, какой же насадкой я делаю листья для тюльпанов, для букетов, для сирени. На самом деле все очень просто. Насадка лист 113 или 114. И да, практически всегда я делаю все листья одной насадкой. Дальше понадобится только ваша техника отсадки. Например, листья сирени нам нужны короткие, поэтому мы их делаем с коротким давлением на мешок. Для тюльпанов нам нужна длинная форма, поэтому давим мы на мешок дольше, но при этом очень уверенно и равномерно. Получаются листья, которые хорошо обнимают тюльпан и поднимаются над ним. Визуально создают красивую картинку в букете. А если давить на мешок уверенно, но при этом медленно двигать насадку, то у нас получатся листочки с красивыми волнами, и они прекрасно дополнят любой букет и украсят ваши цветы. С насадкой лист можно легко поэкспериментировать. Формы, размеры листа получатся разные при разном давлении и при разной скорости. Я всегда отсаживаю листья для цветов отдельно на силиконовый коврик. Для меня это удобно, практично. В плане составления композиции, например, длины листов для тюльпанов. Если сразу к тюльпанам отсаживать, такой высоты не получится. Поэтому пользуйтесь, творите. Если было полезно, ставьте лайк.